Валикс поймал. Так все-таки там три механики подряд, все-таки две, да? Какие три? Ну, нам сначала на пол не заморозится, потом нам эти болты прилетели, и потом наш подвоз. Ну да, там всегда три механики. Который подвоз, там вместо этого еще клиф, да? Да, вместо этого. И клиф надо просто отойти от танка, да? Можешь там... постоять вместе. Или там не просто клиф, да? Может там тоже хитрый клиф. Да нет, там просто клиф. Ох, прям джекпот. Сейчас вайпс начнем сразу. Кому продать? Лави. Сори, забыл. Полно вовремя остановиться. На середину просто. Разойдись.
Ну, надо до этого сердца переводить. Иначе вся механика пойдет. Просто было очень страшно, Вася. Лора, а что ты прыгай ко мне на платформу? Будем вместе там стоять. Чтобы тебя не мучили танки. Ну если танки эти, мы вообще нас это напротив тебя стоим. Ну парень лежит. Это его проблема. Парень я просто... Он там стоит, он такой стоял, сдох. Не знал, как его бежать, или сосульки по жопе получил. Нет, сосулька, ну, улетел бы, наверное. Опять сосули забыл. Нет, сосули ты как раз не забыл. Если ты понимаешь, о чем я. Я даже не знаю, понимаем ли вы всё. Беги, братишка, беги. Да. Изи. Да, да, кастролог. Вот это сестра надо. Отстакнитесь. Пернова. Морозимся. Если что, готовьтесь выбегать. Бежать? Ну если будет бегать. Вот так вот. Видите, сколько времени человек. Значит, я был прав. Вот ну, да. Так. Скорочку нормально убил. Ага. Че нам хилогами там. Это не наша проблема. Это хиловский. Я спаду, мне сейчас моя проблема. Но ты ничего не можешь взять, это ситуация. Сейчас нормально вас должны отпилить, вы же без дебафа. Но входящая стрела. Это тогда был абсурд. Ладно, сосредоточен. Да. Тут спорим бьют. Это так надо? Ты не выдумал? Да, это так надо. Это должны хилить. Помимо них. Готовьтесь, наверное, повторщик будет. Что-то должно быть. Босс как-то стоит не рис. Вот так много сюда. Давай криза стоит. А, окей. Такое бывает. Ой, ой. Сюда допрыгивай. Допрыгиваем, залогируем, да? Давайте правый. Уфа, красиво. А убашечку надо? А второй.
ЛБ во второе крыло? Да, влево. И потом будет лица. А, не будет, ну. Ты что, сейчас? Надо, а можно спрыгивать? Да, 3%. Ай, ну. Ну, красиво. Вот мне про крылья вчера рассказали, скучно. Я же вам говорил, что это не так. Так это мы в конце уже столько сидели, да, вот мы вообще. Что-то обидно даже как-то. А у него пуш на каком-то процентаже, да? То есть на это? Ну да, похоже, там 27, что ли, наверное. Или 6, где-то так. То есть мы с ним вообще конкретно. Угу, конечно. Опять Гордовская. Хит.